Иван Коновалов передвигается с помощью инвалидной коляски. Большую часть своей жизни мужчина занимался опасными строительными работами. Но 9 лет назад он получил серьезную травму во время купания. С помощью бассейна сегодня Иван пытается снова встать на ноги и помогает реабилитироваться другим. Я занимаюсь спортом, постепенно реабилитируюсь. Вот. И самое главное, что идет минимальный, но идет восстановительный процесс. Я сам всегда уверен, что я все равно встану. Это у меня самая главная цель в моей жизни. И этой цели я по-любому добьюсь. На помощь Ивану Коновалову в скором времени могут прийти современные технологии. Из интернета он узнал об изобретении так называемого экзоскелета и даже не подозревал, что такая чудо-техника появится в его родном городе, а именно в Нижегородском нейронаучном центре. Экзоскелет – это некий каркас, который надевается на тело человека и помогает ему передвигаться. С помощью такой технологии Иван, например, сможет снова ходить. Самая, скажем так, изюминка этого устройства будет заключаться в его системе управления. Система управления будет представлять собой иерархичную структуру. Во главе этой системы управления будет мозг-компьютерный интерфейс, который будет считывать сигналы мозга. Говоря простым языком, это некая шапка, которая с помощью команды мозга будет сообщать экзоскелету, куда и, самое главное, как двигаться, напоминает фэнтези. Однако управление роботом силой мысли, утверждают ученые, процесс вполне реальный. Мы не можем все время зависеть от западного мира. Это все равно, что мы бы не разрабатывали своих лекарств или своих каких-то устройств медицинских, рассчитывая на Запад. То есть, конечно, российские, они должны снизить цену этих устройств, безусловно. Они должны сделать нас независимыми от американского общества или там, от западного общества. Конечно, нужно, абсолютно. Другое дело, что это долгий, трудный путь. Над созданием экзоскелета работает около 10 человек. Финансирование – исключительно гранты или собственные средства. Пока что проект находится на стадии разработки макетов. А в это время московские коллеги проводят испытания своего уже созданного экзоскелета. Правда, стоит он более 1 000 000 рублей. Звонят люди пожилые и говорят, вы знаете, у меня нет денег, но у меня есть земельный участок. Я готов его продать. Дайте мне, пожалуйста, экзоскелет, потому что я не хочу больше... Не хочу я остаток всей своей жизни провести в инвалидной коляске. Наш, уверяют нижегородские ученые, будет в разы дешевле. Кроме того, московский аналог не подразумевает управление экзоскелетом с помощью мозговых сигналов. Исследователи называют разработку ученых Нижнего Новгорода настоящим научным прорывом. А вот реализуется ли она в полной мере, станет известно лишь через год, когда экзоскелет начнут испытывать на людях. Алексей Роженко, Инна Аветян, Илья Федулов, Георгий Захаров, Горький ТВ.